Олег, пожалуйста, убери работу со стола. Ты из-за этого ничего не ешь. Мамуль, я как Юлий Цезарь, могу делать несколько дел одновременно. Олежек, я тебя прошу. Ну, вспомни школу. У тебя был гастрит, опять хочешь? Мам, ну, у меня просто с этим юбилеем кусок в горло не лезет. Принести кофе? Да. Маша, кофе на голодный желудок – верный путь к язве. Я прошу тебя, сынок. А потом ты говорил, что у тебя к юбилею все готово. Ну, мам, в общем, в глобальном плане, да. А если вот по мелочам, то даже не спрашивай. Кстати, Маша. Да? Ты платье купила? Нет. Ну, Маш. Ну, я думала, что мы вместе поедем. Маша, какое вместе? Ты видишь, я дышать не успеваю с этим юбилеем. Да я просто даже не знаю, где. Не волнуйся, сынок, ну, уж с платьем-то мы как-нибудь справимся. Правда, Маш? Хорошая идея. У мамы потрясающий вкус. Ты знаешь, как она модница в молодости была? Знаешь, у меня из одежды-то был один костюм и 6 шарфиков. Да. Я шарфики меняла, и все думали, что я Жаклин Кеннеди. Ну все, я побежал. Берегите себя. Пока. Пока-пока. Так, не будем откладывать дело в долгий ящик. Позавтракаем сейчас и поедем. Привет. Привет. Ты пришел? Да. Ты лежи, лежи. Лежи, не вставай. Мне уже лучше. Вот фрукты ешь. Ну, как ты? Нормально. Спасибо, что приехал. И за это все спасибо. Я бы в общей палате с ума сошла. Да и по коридорам хожу, все вокруг шепчутся. Такая молодая. Ну, тебе кажется. А врачи что говорят? Удивительно сильный организм. Ну, так это здорово. Все равно. Прости, я. Я гружу тебя и... Я не ожидала, что ты приедешь. Я очень рада тебе. Ты даже не представляешь, что это значит для меня. Ну, я... Я только на секунду заскочил. Ешь фрукты. И поправляйте. Олег. Добрый день, Ирина Витальевна. Давно не виделись. Здравствуйте. Олег, Игорь Иванович, это Олег Анатольевич, мой зять. Очень приятно. Очень приятно. Бывший зять. Ну, конечно. Олег, Марину сегодня выписывают? Да. Я рад. Просто есть один момент. Олег Анатольевич, мне нужно с вами поговорить. Если можно, не в коридоре. Это займет буквально 5 минут. Давайте пройдем в ординаторскую. Пожалуйста. Ну и вас курс не заканчивайте. Хорошо. 5 минут. Вы понимаете, Марина находится сейчас в крайне нестабильном психическом состоянии. Внимание и забота для нее просто бесценны. Это лучшее лекарство. Доктор, поймите, мы с Мариной в последнее время не так близки. У меня есть своя семья. И поверьте, я с трудом выкраиваю для них время. Олег, ну, я прошу тебя. Ну, просто я умоляю тебя. Простите, Игорь... Иванович. Игорь Иванович, но я же не психолог. Я не думаю, что от меня будет больше пользы. Так в том-то все и дело, что на этом этапе ей нужен не врач, ей нужен близкий человек. Ирина Витальевна, ну вы же отлично знаете, что нас с Мариной в последнее время вообще ничего не связывает. Ну, я не знаю. Ну, если у тебя есть сердце, Олег. Ну, это же моя единственная дочь. Ну, ради меня. Ну, не надо ради меня. Ради своей дочери.
Ну, ради, я не знаю, ради всего того, что у вас было хорошего. Пожалуйста, я прошу тебя, не отталкивай ты ее сейчас. Хорошо. Что мне нужно делать? Прекрасно. Давайте тогда начнем с реабилитационного тренинга. Вы не волнуйтесь, вам потребуется уделять Марине всего полчаса в день. Упражнение называется «Беседа с другом». Мне с ней нужно будет только разговаривать? Нет, нет, скорее слушать. Говорить будет она. Ваша задача ей в этом просто не мешать. Не возражать, не перебивать. Вы даже можете не отвечать. Ну, по возможности, конечно, эмоционально не реагируйте. Вы самое главное помните, что упражнение нужно проводить регулярно, каждый день. Ну, в крайнем случае, через день. Начать желательно уже сегодня, сразу после выписки. Да. Я сейчас поставлю напоминание. Здравствуйте. Привет. Олег Анатольевич, вот список, посмотрите. Это что за список? Список гостей. А-а. Хорошо, аккредитацию для журналистов? Уже сделала. Умница. Олег. Привет. Мне звонили с типографии. У них шрифты для постеров полетели. Так, чья вина? Я не знаю, у них какое-то новое печатное устройство не принимает наши шрифты, а там плотная очередь. Наши приглашения будут готовы только 6 числа. Нет, это поздно. Найди другую типографию, понял? Олег, Олег, привет, Олег, привет, 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 старик, привет, надо привет. Срочно решить по рекламным местам в юбилейном номере. Слушай, дай мне хотя бы кофе выпить, старик. Прошу тебя. А, ладно, извини, я просто сам как белка в колесе. Ты знаешь, вчера с Зойкой ездили по магазинам? Платье это выбирали к юбилею. Она как с ума сошла с этим юбилеем. Это застрелиться можно. У тебя аналогично, да? Ну. Да, яркие костюмы уже не актуальны в этом сезоне. Да. Сейчас популярны темные, благородные оттенки. Мне они тоже больше нравятся. Да, да. Это элегантно. Да, да. Вам очень идет этот цвет. Вы в нем само совершенство. Да? Правда? Ну, вообще неплохо. Даже изящно. Вы великолепны. Спасибо. И кроме того, на все вещи прошлогодней коллекции у нас скидка 20%. Да? Отлично. Тогда мы его точно берем. Тогда мы точно его не берем. Почему? Давайте не будем спорить. А что? Это неплохо. Но вот в этом я точно никуда не пойду. Даже спорить не буду. Не пойду и точка. Ой, как я устала. Не надо было вам со мной ездить. Я бы сама все купила. Дорогая моя, не обижайтесь на меня. Я вам зла не желаю. А проблема наша не в платье. А в его отсутствии. Даже не в этом. Просто вы еще не выработали свой стиль. Послушайте, Валерий Павлович, я же не первая леди государства. Вы леди для моего сына, а это, знаете ли, обязывает. Наряд – предисловие к женщине. А иногда и вся книга. Алло. Алло, Машенька. Привет. Ну, вы уже вернулись из магазинов? Да, все нормально, привет. Ну, только не выбрали пока ничего. А ты скоро? Да, я скоро буду, только мне нужно заехать по делам на полчаса буквально. Надо так надо. Целую тебя, пока. И я тебя целую. Пока. Такое ощущение, что с какого-то момента моя жизнь перестала мне принадлежать. А я ведь всегда была во всем первая. Самая красивая девочка в классе. В институте меня каждый год выбирали мисс студенческая весна. У меня всегда было все самое лучшее. Одежда, путешествия, ты.
Ты же ее у тебя в одном перечислительном ряду. А потом все покатилось. А теперь я мою в ментовке полы. Даже не знаю, как смотреть знакомым в глаза после этого. А самое страшное, я не знаю, как со всем этим разобраться. Где я совершила первую ошибку? Столько всего навалилось, и не разобраться. Ты знаешь, что я делаю, когда на меня много наваливается? Я составляю список приоритетов и определяю, что для меня главное на данный момент. И что для тебя главное на данный момент? Мы сейчас не обо мне говорим. Ты просто должна определить, что для тебя является главным. Какие вещи в твоей жизни настоящие? Для чего ты живешь? Хороший вопрос. И какая разница, что о тебе думают окружающие? Это абсолютно не важно, Марина. Да, да. Просто все очень сложно. Сложно. Ну, ты же была в жизни счастлива. У тебя были хорошие моменты? Ты мечтала о чем-нибудь? Да, 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 я, наверное, мечтала. Ну, вот и подумай об этом. Подумай. А я завтра заеду. Хорошо? Может быть, кофе выпьешь? Извини. Меня дома ждут. Я дома. Ой, я так соскучилась. Привет. Привет. Я-то ужин. Как там Лерочка? Нормально, только уложила. Я готовлю тебе ужин. Я так устал, что меня хватит только на зеленый чай. А я сейчас сделаю. Если честно, я тоже так устала. Ходить по магазинам в поисках этого платья. Ненавижу магазины. Какая же ты все-таки у меня замечательная. Другие там ночевать готовы. Слышь, нужно тебе в книге рекордов Гиннесса записать. Женщина, которая не любила магазины. Ну, хватит. Ну, я правда не люблю ходить по магазинам. Тем более с Валерией Павловной. С мамой не поладили? Да нет, что ты. Просто небольшие разногласия. Юр, другом будешь? Наверное. Нужно провести совещание с медичками. А у меня тут одно личное дело возникло. Проведешь вместо меня? Личное дело на работе? Ага. Батюшки мои, ты ли это? Не узнаю тебя. Не нужно было, не просил бы. Ну, не знаю, не знаю. Я знал, что столько... на тебя можно положиться. Решила немножко убраться, подумала, что порядок в доме приведет к порядку мысли. Проходи. Любопытный метод. И как? Уже есть результаты? С порядком в доме как-то не очень получилось. Но знаешь, я
подумала над тем, что ты мне сказала в прошлый раз. О том, что нужно найти в жизни что-то по-настоящему важное. И? Я много чего передумала и поняла, что единственным важным, что было в моей жизни, так это только ты. Марина, не начинай, пожалуйста. Понимаю, я понимаю. Я сама все испортила, я была эгоисткой. Я не дура, я понимаю, что теперь у тебя совершенно другая жизнь, совершенно другая семья. Я очень рад, что ты это понимаешь. Но ведь никто не отменял дружбы. Я даже не знаю, что на это сказать. Олег, ты единственный человек, кроме мамы, который не отвернулся от меня. Кому не безразлично, что со мной происходит. Это после всего того, что я тебе сделала. Ты удивительный человек. Марина, я нахожусь здесь только по рекомендации твоего врача и по просьбе твоей мамы Ирины Витальевны. Я знаю. Но для меня это очень важно. И потом, я же не прошу ничего сверхъестественного. Мне ничего от тебя не нужно. Для меня важно знать, что ты можешь стать моим другом. Что я не одна. Я могу позвонить тебе. Просто по-дружески сказать. Привет. Как дела? Ну, почему нет? Ладно, ну... На сегодня я пойду. Торопишься? Номер сдаете? Хуже. Готовимся к юбилею журнала. Медийщики, пиарщики. Еще Маша никак не может выбрать платье. Уже всю Москву с мамой съездили. Слушай, я помочь тебе могу? Нет, спасибо. Я думаю, мы сами справимся. Серьезно, подожди, у меня Марина. Есть один контакт. Марина. Да подожди. Шоурум на Поварской. Мы там с тобой бывали, но ты, конечно же, не помнишь. Честно, не помню. Вот, держи. Серый кардинал московской моды. Если там ничего не найдете, то не найдете нигде. Привет. Здравствуй, дорогой мой. Ну? Как вы тут? Максимум усилий, минимум эффекта. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду платье. Я, знаешь, понять не могу. То ли платье не подходит Маше, то ли Маша не подходит ни под одной из них. Вот Марина. Мама. Все. Молчу. Перестань, пожалуйста. Привет. Привет. Уже вернулся? Mm-hmm. А мы вот с мамой сегодня опять да, ездили. Да. Я в курсе. Фух. Собирайся, поедем. Куда? Уже вечер. Я знаю. Но еще один день служить про несостоявшееся платье я не выдержу. Здравствуйте. Будь как дома. А откуда ты знаешь такие места? Ну, какая приятная встреча. Давненько вы к нам не заезжали. Добрый день. А где ваша очаровательная супруга? Вы не поверите, я недавно о ней вспоминал. Вот как. Конечно. Как можно забыть женщину, которая сочетала горчичный с цветом берлинской лазури? Еще в 2007-м, когда об этом никто помыслить не смел. Кстати, у меня для нее есть кое-что особенное. А? Познакомьтесь, это Маша. Здрасте. Моя жена. Очень приятно, Маша. Давай. Спасибо. Ну как, мам, как тебе платье? Бесподобно, ты гений просто. Это ж надо, как ты его нашел?
Так, а если, слушай, не помню здесь. А что вот вы скажете по поводу такого гарнитура, батя? О, нет, мама. Это вы уже с Машей выбираете. Маша? Изящно. Очень красиво, но я не знаю. Но у меня смелости не хватит такое одеть. Ты должна быть самой красивой женщиной в этот день. Думаете, у меня получится? А у тебя есть вариант? Нет. Дама, вы только не перестарайтесь. Я хочу, чтобы на всех телеканалах, во всех газетах обсуждали юбилей журнала. А не только, как замечательно выглядит моя любимая жена. Вот этого мы тебе и не обещаем. А там что будет? Телевидение? Ой, Машенька, кого там только не будет. Так что в этот день мы должны быть просто безупречны. Ну как? Нормально? Я просто дар речи потерял. Хорошо. Ну что? Давайте присядем на дорожку. Мам, ну что ты как в армию провожаешь, ну? Да нет, чего в армию? Я просто... Мамуль, не волнуйся. А кто волнуется? Я? Ты. Я не волнуюсь. А о чем мне волноваться? Ты в надежных руках. Мне очень жаль, что ты не будешь свидетельницей нашего триумфа, мама. Да ничего. Мы с Лерочкой найдем, чем заняться. Нам будет интересно вдвоем. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень жалко, что вы не едете. А мы вас с Лерочкой будем очень ждать. Ага. Главное, чтобы все прошло благополучно. Ага. Для Олега это очень важно. Да, я буду очень стараться. Значит так. Девочки, мы опаздываем. Да? Но будьте самой собой. Мы опаздываем. Я уверена, завтра с гордостью буду читать в газетах и журналах о вашем торжестве. Всегда хотел, чтобы аристократ был не просто глянцевым журналом, который пересказывает сплетни и который пестрит яркими картинками. Я хотел, чтобы он объединил вокруг себя людей творческих, думающих, талантливых, креативных, настоящих аристократов духа. И мне хочется надеяться, что именно сегодня, именно здесь собрались именно такие люди. Друзья, спасибо вам огромное, что пришли. Спасибо. А сейчас я объявляю официальную часть закрытой и предлагаю всем поехать в ресторан. Ура! Мария, вы не могли бы ответить на пару вопросов? Скажите, а вам не обидно, что вас не было рядом с вашим мужем у истоков аристократа? Разве можно обижаться на прошлое? Спасибо. Вы сами из провинции, наверное, знаете лучше. Журнал вашего мужа популярен там? Конечно. Или вы думаете, что в провинции не читают ничего, кроме телевизионной программы? Ну что, как? Да, отлично. Я, кстати, разговаривал с мистером Стоуном. Он под впечатлением. Супер. Сюда иди. Олег, да побрякушка на шее твоей жены будет сотни миллион нервных клеток. Моя тетя не отстанет. А Маша вообще ничего держится, а? Спасибо, ладно. Друзья, сейчас мы продолжим наше с вами торжество. Я пойду только вырву свою жену у этих акул эфира. И мы едем в ресторан. Да, все великолепно. Да, спасибо всем большое, что пришли. Пожалуйста, посмотрите сюда, пожалуйста, сюда. Спасибо большое, отличный кадр. Машка! Маш! Посмотри сюда, Маш! Да пропустите вы меня, я с ребенком. Давай для этой. Дайте пройти. Давай, снимай. Машка! Сейчас, ну что встал ты, как истукан? Подержи, я подругу обниму. Машка! Кристин, ты что здесь делаешь? Зачем? Я же тебя искала. Кристин, ты не вовремя. Маш, ну я так долго тебя искала. Алло, куда ты тащишься его? Маша! Машка, ну постой! Ты что, меня вот так бросить хочешь? Ну мне поговорить с тобой надо, понимаешь? Ну чего уставились-то? Отдай ребенка! В
Внебрачный ребенок Олега Архипова. Внебрачный ребенок аристократа. Аристократ далек от аристократизма. Черт! Олег, ну и так тошно. Ну, я не знаю, придумаем что-нибудь. Дадим опровергающий материал. И когда это будет? А инвесторы уже переносят переговоры на неопределенный срок. Видел? Да уж. Получается, что это я подвела Олега. Но мне кажется, что у Кристины случилось что-то очень серьезное. А я взяла и отвернулась. Маш, ты ни в чем не виновата. Ни перед ней, ни перед Олегом. Ну, у нее в глазах столько отчаяния было. Даже вспомнить страшно. Слушай, ну если ты так переживаешь, ее же можно как-нибудь найти? Точно. Слушай, я к Олегу сейчас обратиться не могу, у него и так проблемы с этой историей. Маш, я готов. Чем могу, тем помогу. А помнишь, у тебя знакомый был следователь, который помогал нам с Ольгой Сергеевной? Ковров? Да. Хороший мужик. А ты можешь к нему еще раз обратиться? Ну, конечно, попробую. Пожалуйста. Я буду очень благодарна. Угу. Спасибо. Можно подумать, ты не знаешь, как сейчас работает СМИ. Пошумят и перестанут. Репутация в наши дни понятие относительное. Только не для аристократа, мама. И вообще, я устал уже об этом разговаривать и на работе, и дома. Извини меня. Но откуда я знала, что она придет? Я же ее не приглашала. Откуда у вас вообще такие подруги? В больнице вместе лежали. Она мне очень помогала. Это, конечно, замечательно. Но не дает ей права так себя вести. Да она никогда бы ко мне не пришла. Не случись что-то очень серьезное. Дорогая моя, это все ваши предположения. А факт в том, что все желтые газеты гудят о том, что здесь произошло. Всем спасибо. Я пойду наверх. Принести тебе чай туда? Нет. Я хочу побыть один. Это кто тут у меня такой хор был? Ну? Ну что? Ковров пробил ее имя по базе. Кристина регистрировала ребенка в Тушинском ЗАГСе. Это все, что удалось узнать. Отлично. Значит, там должны быть еще какие-то координаты. Нет. Ну, не может быть, чтобы там ничего не было. Это все, что известно. Знаешь, а давай я Леру оставлю бабушке, а мы с тобой прокатимся. Поможешь мне? Я тебе когда-нибудь отказывал? Ага. Кристина Головачева, регистрационная запись от 17 сентября. Свидетельство о рождении выдано на основании справки. А справочка была написана в 124-м родильном доме. Алло, Валерия Павловна? Слушаю. Здрасте, это я. Вы не могли бы чуть-чуть подольше сегодня с Лерой побыть? Мы же договаривались к 3. Да, я понимаю, я обещала, но это очень важно. Пойдемте со мной, пожалуйста. Только вообще-то нам запрещено разглашать эту информацию. Да, я понимаю. В общем, вот. Это адрес, по которому скорую вызывали, когда ваша подруга рожала. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Пошли. Держи. Да помню я эту девушку. Вот, посмотрите, что она мне со столом сделала. Сигареты прожгла. Скажите, а вы не знаете, кто платил за квартиру? Супружеская пара. Но кем они ей приходятся, я не знаю. Когда они разорвали договор, эта Кристина здесь еще месяц жила. Я на даче была. Я с проверками-то не чищу.
Приезжаю, а здесь, боже святый, вся квартира проколена. А я ведь только ремонт сделала. А она не сказала, куда она поехала? Да она сбежала, как воровка. Ни ответа, ни привета. Хоть бы за телефон заплатила. Она же на 5000 наговорила. А мы могли бы заплатить за телефон. Вот это хорошо. Ну, вы понимаете, я ведь квартиру не от хорошей жизни сдаю. А мы заплатим. Заплатим? Угу. Если вы достанете распечатку ее звонков. Итак, я правильно поняла, вы хотите снять сюжет о своей семейной жизни. Да, так сказать, приподнять завесу. Понимаю. После всех этих слухов. Мы не собираемся ни в чем оправдываться или что-либо опровергать. Да, мы просто хотим показать, что Олег Архипов – это не какой-то монстр с газетной полосы, а обычный человек, хороший семьянин, любящий отец. Ну что ж, медийный человек в домашнем интерьере – это всегда интересно. Думаю, может получиться неплохой сюжет. Когда? Когда? Такой плотный график. Знаете что? Давайте я вам буду звонить. Как только появится окно... Нам бы, вы знаете, это хотелось все побыстрее. Я понимаю. Может, завтра, может, послезавтра. В общем, держите низкий старт. Сегодня же начнем полировать паркет и чистить фамильное серебро. Ой, здравствуй, сынок. Ты голодный? Привет, мама. Я сегодня весь день с Лерой одна, Ксения выходная, но кое-что приготовила на скорую руку. Пойдем покормлю тебя. Маша где? Обещала в 3, а потом позвонила, что задерживается. Как дела на работе? Нормально. Она не сказала, куда поехала? Она мне не докладывает. На твоем месте я бы поинтересовалась, где мама, она мотается. Маша взрослый человек. Пусть делает, что хочет. Да, мам. Как Маша вернется, ты скажи ей, что завтра-послезавтра к нам могут нагрянуть с телевидения. Я хочу, чтобы она была дома и готова. Хорошо? Мне кажется все-таки, что тебе самому надо с ней. Мама, ну я прошу тебя, тебе сложно? Хорошо, я передам. Спасибо. А поесть? Нет, нет, я не хочу. И не надо, пожалуйста, про гастрит. Я про него уже 20 лет слышу. Да. А я звоню узнать, куда пропал мой психоаналитик. Извини, замотался. Давай завтра заеду. Ты завтра свободна? Как всегда, весь день. Вот и договорились. Давай, пока. Олег? Валерия Павловна? Олег очень устал и лег спать в кабинете. Там такая пробка на третьем кольце. А он давно лег? Может быть, я... Я думаю, его не стоит беспокоить. Лерочку я тоже спать уложила. Если, конечно, это вам интересно. Валерия Павловна, я... Я очень вам благодарна за... За то, что вы мне помогаете с Лерочкой. Все, что я делаю ради Олега и внучки. Понятно. Да, и еще. Олег просил вам передать, чтобы вы пораньше возвращались домой. У нас будут гости с телевидения. Просил передать. А передайте ему, что я постараюсь. А Олег что, уже уехал? Разумеется. Вы же понимаете, сколько у него дел. Да, жалко. Хотела с ним поговорить. Мы за последнее время так отдалились друг от друга. Да, неудивительно. Учитывая, сколько времени вы разъезжаете по подругам, когда у мужа проблемы. Да что ж такое-то? Ну почему? Я должна всех понимать. А меня в этом доме даже никто слушать не хочет. Я разъезжаю, знаете ли. Не для своего удовольствия. Прости, что пропустила наши сеансы. У меня просто действительно были проблемы. Да, я читала в газетах. Уже знаешь? Угу. Я не хотела звонить. Думала, ты сам наберешь меня, но
Потом набралась смелости. В общем, я рада, что ты здесь. А ты знаешь, я тоже рад. По крайней мере, отвлекусь немного от своих проблем. Я приготовила твое любимое мясо по-французски. Серьезно? Надо же. Ты даже не представляешь, чего мне это стоило. Мама мне целый час консультировала по телефону. Спасибо. Повар из меня, конечно, никудышный, но я знаю, что ты парень рисковый. Поэтому вперед. Ну, я вижу, что ты идешь на поправку. Угу. Да. Ты знаешь, я поняла, если ты не хочешь пускать дурные мысли в голову, нужно что-то отвлекаться. Я могу попробовать? Конечно. Очень вкусно. Почти как у Густавсона. У кого? Ну, это тот повар из Кёльна. Помнишь? Помню. Просто как его зовут, забыла. Смотри, этот номер на 935 повторяется чаще всего. Да, правда. Она звонила по нему несколько раз в день. Алло. Здравствуйте, меня зовут Маша, я… Дай свое имя. Я ищу свою подругу, Кристину Головачеву. Она вам звонила. Вы не могли бы помочь мне ее найти? Стасик, у тебя ведро воду греет? Нет. Да отстань ты! Что ты делаешь? Дверь открывай давай! Ё-моё, чинишь. Она опять. Серый. Девушка, извините. Кристина Головачева. Знаете, в какой комнате? В 28-й. Спасибо. Настя, у тебя ведро? Кто там орет? Серега? Настя! Это там. Кто забрал ведро? Люди! Ведро у кого воду греть? Я вчера сессию чуть не завалил. Нет. Кажется, там кто-то есть. Да катитесь вы куда подальше. Можете свою милицию, полицию, я не знаю, там пожарных с горгазом вызывать. Выселяться мне некуда, ясно? Кристина, это Маша. Ты? А я думала, комендант. Наконец-то я тебя нашла. Ха, нашла она. Интересно, зачем? Посмеяться надо мной захотела? Ха-ха-ха, очень смешно. Только перед своими новыми дружками тебе меня стыдно было. Кристин, я искала тебя несколько дней. Может быть, хотя бы чаю нальешь? Поможет. Олег, мам, слушай, ну я в общаге, вот, короче говоря, это, завтра не могу. Спасибо. Ну вот, когда до 8 месяцев дошло, мамаша-то, оказалось, сама забеременела. А мой, как выяснилось, им нафиг не нужен. Ну, сама понимаешь, аборт делать поздно, вот я и родила. А мне кажется, мы с ним подружились. Ну да, точно. Слушай, Машенце, Антон. Ну, помогите мне найти его родителей. Но они же от него отказались. Да я знаю. Но вы только посмотрите на него. Да они как увидят, какой он хорошенький да умненький, сразу в него влюбятся. Да. Ну, Машка. Алло, Ксения. Да, Олег Анатольевич. Добрый день. Позовите, пожалуйста, Машу. А ее еще нет.
Тогда маму. Да, Олежек. Мам, привет. Привет. Сегодня в 6 часов у нас будут телевизиончики. Будьте готовы к их приезду, хорошо? Хорошо, сынок, только не волнуйся. И поторопи, пожалуйста, Машу. Ее вся страна увидит, и я хочу, чтобы она была красивая. Зайка? Алло? Маша, вы где? Алло? У нас скоро будут телевизионщики. Олег просил вас приехать домой. Что? Вы меня вообще слышите? Что? Не слышно, я скоро буду, я еду. У Олега с детства были издательские наклонности. В школе он выпускал самиздатовскую газету. А потом был в редколлегии университетской газеты. Ну что же, Валерия Павловна, спасибо вам большое за ваш интересный рассказ. Вроде все гладенько. Разрешите петличку сниму? Да. Ваша супруга уже здесь? Вы знаете, она будет буквально с минуты на минуту. Вы не могли бы ее поторопить. Просто у нас по времени ограничения. Я понимаю. Иди сюда. Снимай их, снимай. Давай, внимание, внимание, работаем. Работаем, работаем. Да. Хорошо. Виктория. Так, вот здесь аккуратно камера. Виктория. Ну, вы уж извините нас за этот форс-мажор. Ничего, я все понимаю. У меня к вам будет... деликатная просьба. Вы не могли бы отдать мне кассету со снятым материалом? Боюсь, что нет. Мне надо отчитаться перед руководством. Ну, вы же такая умница. Вы обязательно что-нибудь придумаете. У меня эфир через 2 дня. А я обещаю компенсировать все издержки. Ну, вы же понимаете, что это будет довольно сложно. Понимаю. Но сложности, они для того и существуют, чтобы их решать. Вы так не думаете? Ну, что с вами поделаешь? Помогать людям моя профессия. Так, ну-ка. Что вот тут? Это вот, да, детский крем. Смотри-ка, что нам Маша принесла. Салфетки, шампунь. Так. Ну, в принципе, конечно, все пригодится. Вот все здесь. Спасибо. Спасибо, Маша. Не за что, на что-то. Олег. Устраиваетесь, да? Я совершенно прослушала, что сказала твоя мама про журналистов. Серьезно? Ну, правда, извини меня, пожалуйста. Извините, мне, может быть, лучше выйти. Вы знаете, мне кажется, вам лучше вообще уйти. Олег. Что? Им некуда идти. Можно тебя на 2 слова, а? Да, да. Я хочу, чтобы ты не устраивала здесь общежитие. Ты могла меня спросить, прежде чем их привезти сюда? Я понимаю. Мне очень жаль, что так получилось. Но если бы ты только знал... Да я не хочу ничего знать. Я просто хочу, чтобы они ушли из моего дома. Им нужна помощь, я им денег дам. А я думала, что это наш дом. Маша, ну ради Христа не придирайся к словам! Олег, или они остаются... Или... Или мы уходим вместе. Какой позор. Быть дальше. Мама, успокойся, пожалуйста.
Лучше скажи, как ты себя чувствуешь. Как я себя чувствую? Конечно, давление подскочило. Ну, немного совсем, ерунда. Ну, что ты собираешься делать? Не знаю. Мне надо побыть одному, подумать. Олег, давай поговорим. Мы уже поговорили. Ты куда? Оставьте вы меня в покое. Олег сказал, куда уехал? Нет. Ему надо позвонить, он в ужасном состоянии. Да. Я позвоню ему, как только он успокоится. Она собирается здесь ночевать? Да. А вы об Олеге подумали? Он именно из-за нее в таком состоянии. Ничего. Придет в себя, и я постараюсь ему сразу все объяснить. А ребенок? Может, у него вообще прививок не было? Она любую заразу может в дом принести. Хорошо, я спрошу. Ей плохо, ей нужна помощь. Некуда деться с ребенком. Хотите, я позвоню в гостиницу, забронирую номер какой-нибудь. Да не могу я так. Она подруга моя, я не могу с ней так поступить. А кто вам важней, муж или подруга? Вот. Ну что, уехал? Угу. Чуть-чуть. Слушай, ну может еще отойдет, а? Машка. Ну может нам действительно уйти, а? Ну так лучше будет. Куда? Ночью на вокзал? Да я все понимаю. Да я все понимаю. Ну, будешь тут психовать, когда такая ерунда вышла. Ложитесь спать. А утром разберемся. Переживаешь из-за этого юбилея? Я понимаю, дело хуже не бывает. Бывает. Поверь мне, бывает. Что-то случилось? Олег, ты за рулем? Приезжай ко мне, поговорим. Поверь, я понимаю, как это бывает.